Вытаскиваю. Крутые хлопцы, смотрите. Сейчас я уже ничего не покупаю. Раньше вот много брала книг, выписывала. Потом товары почты. Ну там просто мы живем от города далеко, а так приходят каталоги. Там что-то возьмешь нужно, выпишешь. Я выписывала это много. Вот литературы выписывала, вот. И товары потом с интернета я смотрела, вот мази разные для суставов, которых в аптеке нету. Ну вот он, когда позвонил первый раз, он представился, вот назвал, вот что он Алексей Юрьевич, что он экономист, что вот я выписываю товары почтой, вот эти все, что он, это, ну как бы фирмы экономист, и что там собираются бонусы, которые у них, ну, накапливаются на всех, что они потом или товары дешевле продают, или вот собралось, что они могут выслать эти деньги. Предложил карту вот эту, что она очень удобная, что на нее идут проценты, по телевизору что-то ее рекламируют и все. И что я перечислю на нее, вы будете в аптеку ходить и все такое. Ну и все, вот я ее, он как бы ее заказал, я закажу ее там. И это. Я потом пришла мне СМС по телефону, что эта карта через какое-то время придет. СМС по телефону пришла. И вот когда она пришла, я еще дня 3 или 4 не ходила, потом пошла. Мне вот ее выписали 3 числа, 3 сентября. Вот, там был пин-код, который, ну вот, у них государственный. Я еще говорю, давайте я свой. Она говорит, нет, сейчас не можете, потом сделаете. В Сберкассе, когда выписывали, сейчас мы напишем тот пин-код, который на, ну, государственный, вот приходит с ней. Я потом это отдала следователю. Вместе с картой дается. Ну да. И все, больше я этой картой, денег не было, и я на нее как-то положила, и все. А потом вот мне пришло СМС 900, что вот в связи с мошенничеством ваша карта заблокирована, вы должны пойти вот в Сбербанк, карту разблокировать. И все такое. Но оказалось, что мошенничество уже все сняли, а потом вот это СМС пришло. Когда я пошла, мне сказали, что деньги сняты. Облегчение для меня то, что этот мошенник больше, как говорится, не будет кого-то обманывать. Вот это самое страшное. И, конечно, больно, что вот попал в такую ситуацию. Просто теперь вот такое впечатление, что вообще доверять никому нельзя.